Прекрасно. Мой генератор хлопков тоже тут. Раз мы так никуда не идем. Вернее, вообще-то мы двигаемся, и даже с пугающей быстротой. Ну, ничем сейчас не заняты, приведу парочку фактов. Он необычный дурак. Он продукт величайших умов целого поколения, старавшихся создать наиглупейшего дурака в мире. А ты поставила его управлять этим комплексом. Отлично, еще работает. Слушай, на случай, если эта яма все-таки не бездонная, может, ты отстегнешь одну из своих рессор и поместишь меня туда? Только приземляйся потом на одну ногу.
портал. Астронавты, герои войны, олимпийцы. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие. Итак, кто готов заняться наукой? Я. Ну, вы уже успели познакомиться друг с другом в машине, поэтому позвольте мне представиться. Я Гейб Джонсон, и я здесь главный. Этот прелестный голосок, который вы слышали, принадлежит Кэролайн, моей помощнице. Она переведет ваш гонорар в любую благотворительную организацию вашему выбору. Правда, Кэролайн? Так точно, мистер Джонсон. На ней здесь все держится. Красотка прям хоть на открытку. Учтите, парни, она замужем. За наукой. Каждый день в нашем центре проводятся тысячи испытаний, и я не в состоянии наблюдать их все. И поэтому заранее записываю сообщения для участников. В них содержатся ответы на возможные вопросы. Люди должны знать, как себя вести, если во время эксперимента произойдет несчастный случай. Выбор теста для вас зависит от того, как вы реагируете на окружающий мир. Те, кто будет помогать в испытании отталкивающего геля, проследуйте вдоль синей линии. Для тех, кто согласился на впрыскивание ДНК Богомола, у меня есть хорошие и плохие новости. Плохие новости. Этот тест отложен навеки. Хорошие новости. У нас есть новый прекрасный тест. Сражение против армии людей-богомолов. Берите винтовку и следуйте вдоль желтой линии, и вы сами поймете, когда начнется тест. Наука стоит на плечах титанов. Но не здесь. В лаборатории мы все делаем с нуля. Нам никто не помогает. Ну, начнем. В первом испытании вы будете иметь дело с отталкивающим гелем, как его называют мои лаборанты. Между прочим, вы не входите в контрольную группу, вы получите гель. В прошлый раз испытателю досталась простая синяя краска. Ладно, шутки в сторону, это иногда случается. У него перелом обеих ног. Печально, но очень информативно. Говорят, что я не должен упоминать о контрольной группе. И они против заранее записанных сообщений. У меня идея. Запишу-ка я побольше таких сообщений. Здесь я плачу зарплату и буду говорить столько, сколько захочу.
Для следующего испытания мы ввели в гель наночастицы. Это означает, что миллиарды мелких штуковин будут путешествовать по вашим соваждам и впрыскивать в опухоли экспериментальные гены и молекулы РНК. Может, пока у вас нет опухолей, не переживайте. Если вы сидели на стуле в вестибюле без свинцовых подштанников, мы об этом позаботились. На случай, если вы измажетесь отталкивающим гелем. Лаборанты дали мне один совет. Не допускать попадания отталкивающего геля на тело. Нам пока еще не удалось определить этот элемент. Но могу сказать вот что. Он очень живучий, и ему очень не нравится человеческий скелет. Между прочим, эти лабораторные сферы сделаны из асбеста. Он отпугивает крыс. Сообщите нам, если во время тестов вас будут мучить удушье, сухой кашель или остановится сердце. Это не часть эксперимента, это асбест. Отличные новости. Лаборанты сказали, что симптомы отравления асбестом находятся в скрытом состоянии в среднем 44,6 года. Так что если вам за 30, радуйтесь. В худшем случае пропустите несколько партий в бридж, а наука продвинется на 300 лет вперед. Я ввел эти цифры в калькулятор, в ответ он показал счастливую рожицу. Ха, мне нравится твой стиль, ты устанавливаешь свои правила, прямо как и я. Щитоводы сказали, что я не могу уволить коллегу, но я уволил. Пандусы для колясок слишком дороги. Thank you.
недавно пили, мы добавили люминесцентный кальций, чтобы мы могли наблюдать активность нейронов мозга. Существует небольшая вероятность, что ваша лобная доля затвердеет и превратится в стекло. Не нужно об этом думать. Визуализация процесса в условиях стресса может спровоцировать эту реакцию. Если вы входите в контрольную группу Кеплер-7, то в ваш череп вживили крошечный микрочип размером с почтовую открытку. Наверное, вы и забыли о его существовании, но если он начнет вибрировать и пищать, сразу сообщите об этом. Это означает, что скоро он раскалится до 500 градусов, и нужно его срочно вытащить. Подождите минутку. Ну что же, в следующем испытании вам придется столкнуться с путешествиями во времени. Хочу дать совет. Если вы встретите самого себя, не смотрите ему в глаза. Лаборанты сказали мне, что это стирает время. Совсем. И прошлое, и будущее. Сделайте одолжение вам обоим. Не беспокойте его. Если вы это слышите, значит, слишком долго переходите между тестами. Лаборанты говорят, что это из-за страха. Я не психиатр, но кажется, что эти яйцеголовые, не умеющие распознавать опасность, пока мы их не упустят на мягкую розовую задницу, проецируют на вас свои страхи. Они не летают в космос, не переплывают океан. Нет, это делаем мы. Мы с тобой против целого мира, сынок. Мне нравится твое упрямство, но побольше проворства не помешает. Давай решим эту задачку. Thank you.
главный вопрос, почему бы и нет? Почему наши исследования так опасны? Почему бы не заняться чем-нибудь менее опасным? Действительно, почему бы не завести безопасную дверь, которая не ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уволены? Нет-нет, испытуемый, все в порядке. Да, вы соберите свои вещи на выход, парковки, машину, прощайте. Поздравляю! Тот факт, что вы стоите здесь и слушаете меня, уже является огромным вкладом в науку. Как глава лаборатории исследования природы порталов, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний. Мы не собираемся выпускать второй продукт и хотим отладить все до конца, поэтому если вы сохраните хорошую физическую форму, на стоянке вас всегда будет ждать лимузин. Скажи до свидания, Каролайн. До свидания, Каролайн. Она просто золото. Добро пожаловать, друг. Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черная меза, чтобы ей пусто было. Сэр, испытание? Правильно. А теперь вы, вероятно, спрашиваете себя. Кейв, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной телефонную книгу? Мне грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Кто хочет заработать $60 наличными? Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Добро пожаловать в лабораторию. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие, и это вы. Нет, не могу удержаться от смеха. Так или иначе, не разбейте здесь ничего. И вообще, вам лучше ничего не трогать, пока это не потребуется в ходе эксперимента. Прости меня. Просто убей ее, и мы с тобой будем в расчете без обид.
Пожалуйста, отгони ее. Да, спасибо. Ты чувствуешь, этот идиот там наверху понятия не имеет, что творит. Если его не отключить, через несколько часов здесь все взорвется. Я не могу передвигаться, а я тебе понадоблюсь, чтобы заменить его, если только ты не собираешься отпилить себе голову и подключить ее к моему прежнему телу. Тупиковая ситуация. Ну что скажешь, ты отнесешь меня к нему и вернешь меня в тело, а я предотвращу взрыв и отпущу тебя. Без обмана, эта картофелина генерирует 1,1 вольта электричества. Мне не хватит энергии соврать тебе в буквальном смысле. Даже если я лгу, что ты теряешь, ты умрешь в любом случае. Слушай, мне это нравится не больше, чем тебе. Пожалуй, мне это нравится даже меньше, потому что именно меня частично съела птица. Ты ударила меня. Что с тобой не так? Погоди-ка, у тебя есть мультиметр? Неважно. В пушке должен быть магний. Кажется, я могу выдать еще поэта. Последи за мной, мне нужно поразиться со схемой. Это... Где мы? Сколько я была без сознания? Полвольта не помешают, но для чудес этого маловато. Если буду слишком много думать, эта картофелина поджарится раньше, чем у нас появится шанс сгореть в огне ядерного взрыва, который собирается устроить этот маленький идиот.